Здравствуйте, друзья мои. Сегодня я представляю компанию DeepGaryMingCall. Меня зовут Лейсан Гаязова. Хочу вам представить прекрасную квартиру планировки 2+1. Очень просторная. Пошлите любоваться. С вами поднялись на лестничную клетку. Здесь у нас 3 квартиры, 2 лифта, основная лестница и пожарная лестница. Обратите внимание, вот эти вот трубы приготовлены для прокладки газа до квартиры. То есть в этом направлении тоже у нас работа ведется. Теперь я вас приглашаю посмотреть саму квартиру. Это у нас прихожая зона. Прямо на входе, напротив входной двери, у нас расположены шкафы. Здесь также есть у нас видеодомофон, рубильники. Теперь я вас приглашаю пройти в кухонную зону. Она отделена от зоны отдыха вот таким вот островом. С той стороны у нас есть шкафчики. Также есть ниши для установки посудомоечной машинки, холодильника, микроволновой печи. Мы с вами переместились в зону отдыха. Как вы видите, она достаточно просторная. Здесь есть у нас консоль для установки телевизора. В принципе, тут можно разместить любой комплект мягкой мебели. Мне кажется, тут будет еще очень много пространства. Теперь я вас приглашаю пройти на наш балкон. Мы с вами вышли на балкон. Балкон в этом проекте у нас очень большой. Не сравнить с современными проектами, где очень маленькие балконы. Здесь порядка 10-11 квадратных метров точно есть. Он прямоугольной вытянутой формы. Обратите также внимание, что у нас уже застеклен балкон. Это само по себе стоит около 7-8 тысяч лир. И это уже включено в стоимость. А также обратите внимание, что у нас прекрасный вид тут открывается, просторы, море видно, видно территорию комплекса. Здесь у нас вид на бассейн открывается, на аквагорки. Также есть спортивные площадки, детская игровая площадка, рядом с ней фитнес-площадка. Также множество беседок, зеленой территории много. И для стоянок автомобилей тоже отведено свое место. Мы сейчас с вами по коридору передвигаемся на западную сторону. По северной стороне нашей квартиры общий санузел. Он большой, с большой душевой кабинкой, умывальник с зеркалом имеется и, естественно, унитаз. Идем дальше по коридору. Здесь у нас первая спальная комната. Она очень большая, порядка 15 квадратных метров. Имеет окно на западную сторону, а также небольшой технический балкон, также с выходом на западную сторону. Родительская спальная комната порядка 18 квадратных метров, имеет окно на западную сторону, а также свой санузел. В этом санузле у нас есть большая душевая кабинка, унитаз и умывальник с зеркалом. Она такая же большая, как и предыдущая общая ванная комната. Поэтому, в принципе, этот проект мне очень нравится. Здесь просторные комнаты. И зал большой, и стороны света очень удачно подобраны. Еще хочу обратить ваше внимание, что у нас сделана проводка для того, чтобы повесить батареи отопления. Под полом уже все сделано. Сейчас вот проведут газ, и потом можно будет вешать котел.
закончить свой видеообзор. Я хочу на фоне чудесных бугенвилей, посмотрите, как они прекрасно цветут, ну и, естественно, южные пальмы, куда без них. Наш комплекс вот такой вот, как вы видите, красивый, находится в хорошем месте, в тихом районе Тэджэ. Здесь у нас магазины в шаговой доступности, буквально выйти за ворота комплекса, и магазины А101 Шок и Бим у нас рядом. Также рядом у нас кафе, Алкамаркет, парикмахерская, магазин одежды. Остановка общественного транспорта также на этом же пятачке у нас. Можно уехать в любую точку Мерсина. До моря здесь порядка 200-250 метров именно от этой квартиры. Вход в море пологий, песчаный. Тоже большое преимущество, я считаю. Поэтому тех, кого заинтересовал этот проект, обращайтесь к нам в соцсетях, на YouTube, в Instagram, в WhatsApp. Будем рады ответному отклику. Вся техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.